Сьогодні я презентую виставку «Новогодняя космическая открытка». Мне эту идею подтолкнула выставка «Корюка в космосе». Я вспомнил, что у меня есть новогодние открытки, посвященные космической теме. Не только советскую периоду, но и дореволюционную. И получилось очень интересное развитие сюжета от самолета брата Брайта Райт до полета Гагарина. Прошло всего 50 лет. И вот это открытки новогодние, где джентльмен с котелком летит на самолете где-то 11-го года, и вот 61-й год на космической ракете летит Новый год, 61-й год. И вот это период всего за 50 лет, как далеко шагнуло человечество в развитии науки и техники. То есть это период наистарейшая и наиновейшая выставка, правильно я разумею? Скажите, а чему вы решили сьогодні презентувати тут ці виставки? Саме тут і саме сьогодні. Ну, тому що це музей космонавтики, посвящений цій темі, і сьогодні це традиційний старий Новий год, який вже став народним праздником.